4, 3, 2, 1, поехали! Шоу начинается! Приветствую вас, друзья! Дорогие нижегородцы, горьковчане и гости нашего замечательного города! Какое удивительное время! Праздники! Они полны тайн и волшебства. Я хочу рассказать вам историю, которая меня вдохновила. Ее поведала мне одна прекрасная звездочка, которая путешествует по времени и пространству, прячась в былинах и сказках. Все готовы? Тогда начнем. Это произошло во времена, когда по улицам ездили конные экипажи, дамы расхаживали в длинных платьях, мужчины носили цилиндры, а в зимние праздники они танцевали на балах в роскошных домах. Наша история началась как раз около одного из них. Всем дворовым ребятишкам хотелось побывать внутри этого нарядно украшенного большого богатого дома. Конечно, их туда никто не звал, а им так хотелось, ну хоть одним глазком. И вот однажды один самый отважный мальчишка тайком решил посмотреть на эту красоту. И вот, что произошло дальше.
наш смельчак, наш герой. Его желание попасть на праздник удивительным образом осуществилось. Сказка это или быль, сон, быть может, волшебный. Но мне так понравилась эта история, что я решил организовать для таких ребятишек зимние елки, которые стали называться «Горьковские». И я очень рад, что вы собрались сегодня здесь и узнали о том, что фантазия и смелость могут творить чудеса. Но самое главное чудо – это вы. С праздником, друзья! С Новым годом! С Новым годом!